Всем привет, девчонки, мальчонки. Итак, сегодня у нас будет расклад для мальчонок, чтобы она хотела вам сказать. Посмотрим, кто с девчонок вышел на связь. Ну а девочки, вы как всегда проверяйте, о чем эта ситуация, ваша, не ваша, вы бы это сказали, не вы бы это сказали. Ну и, естественно, приноравливайте это к ситуации. Вы-то знаете уж точно, что бы вы сказали. Так, несколько колод я приготовила. Хочу сделать немножечко обширный. Сейчас посмотрим в разных направлениях. Поэтому в разных направлениях. Сейчас. Так, вы, девочка, девочка, то есть, а девочки, боже ж ты мой, для мальчиков же делаем. Это что за девочка? Раз. Давайте уж, пусть будет это Ленорман. Нет, давайте эту Ленорман. А то уж будет слишком жестко, если я Симпсон возьму. Там может такую девочку показать, а может и нет. Выйдет девочка Луна. Что за девочка? Так. Раз, два, три. Потом это дополнение посмотрю. Дополнение. Так, 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 так. Девочки, что за девочка? Что за девочка? Раз девочка, давайте девочка. А вот белая. Какая-то пушистая, совершенно пушистая. С глазками небесного цвета. Может быть, так, какого-то фиолетового. Покажите девочку. Есть. Девочка, чтобы еще старшие арканы. Что, дюрером дополнить? Ладно. Хватит. Так, теперь давайте. Там все хорошо, вроде все. Итак, Таро, мудрость элементалей. Смотрим, кто? Кто пришел на связь к мальчику? Королеву ищем. Королеву. Я понимаю, что вы императрица, но если колода со счет потом показать, я это скажу. Вот уже и луна, вот и башня пошла, вот и влюбленные отшельники. Боже ж ты мой, по справедливости. Тройка кубков, луна. Король тут в своей естественной красоте. Туз жезлов, король жезлов и император. Ладно. Скорее всего, для короля как-то так. Тут то ли женщина из тени выйти хочет, то ли ей вообще совершенно все поднадоело. Ну, не знаю, пока что. Может быть, одиночество тут какое-то. Или что король здесь морозится, то есть вы. Для мальчиков смотрим. Потому что колесо фортуны идет, как бы переворачивает даже жрицу. Ну, как-то так. Женщина тут в серьезном беге. Разбежалась тут куда-то женщина. Королева кубков! О-о-о! Вот это да! Ой, давно не было, девчонки, королевы кубков. Ну что? Голубоглазая вы наша, такие вы пришли, такие Александра сказала о голубеньких глазах. Ну, не совсем, не всегда, но все-таки это такая чувственная королева. Но смотрите, еще чего, девочка-то при силе,
Девочка-то при силе, но реально заблокированная ситуация, совершенно закрыта, может быть разбита, просто разбита, психоэмоционалка может быть не к лесу, а вот такое состояние, это из ряда вон, прям из ряда вон выходящее, не знаю, то ли вы ее довели, то ли жизнь, я все к мальчикам, потому что королева кубков именно, да еще и с мечами, боже ж ты мой. Ой, девчонки, если вы смотрите, я не знаю, собирайте тут свою силу в кулак, потому что, ну как так, это совсем никуда. Или ваш мальчик, вот тут вы бы ему сказали за звездочкой сходить, сбегать, потому что тут мне не нравится башня, тут тройка кубков, ну что, тут луна возле тройки кубков. Ну, как-то не камильфо, реально не камильфо. Мне не нравится, мне реально не нравится. То ли вы, то ли. Да нет, здесь психоэмоционалка. Это не физическое, если вы себя удручающе плохо чувствуете, это не физическая болезнь вас сложила. Или психосоматика все-таки, вот как-то так, она проявление такое заякорилось там, хочется плохое слово, ну мальчики же смотрят сказать плохое слово, такое чуть ли не матерное. Вот, или такой литературный язык называется. Тут девчонке плохо. Она держится, она молодец. Я ничего не могу сказать, но не пойму, кто ее довел. Пока не пойму. Перспективы у нее как бы закрыты, желание у нее выйти куда-то в будущее вообще, ну или на какое-то общение. Но плохо. Тут может быть еще это, как его, расстояние срабатывает. Да ладно, давайте еще посмотрим. Иерофант повешенный, боже ж ты мой. Мудрость какая-то, знание, мудрость, переоценки. Или она в отработке какие-то сама, ну как бы нырнула с головой. И программы тут полезли. Может быть еще так. Ну если это какой-то интуитивный все-таки уровень. Интуитивный уровень или. Ну, может быть, я могу еще предположить, если тут будет вопрос эмпатии, если тут будет вопрос эмпатии, то не все так гладко. Потому что ее, может быть, ну как сработало что-то действительно эмпатически завязанное. Может быть, вот и тело уже, и семья, может быть. Шестерка кубков. Тут как-то так. Так. Совсем ей нехорошо. Ну ладно, ваша женщина. Ну, как бы ваша, не ваша, на кого вы смотрите, сама женщина при силе. Может быть эгоцентриком, может быть, но при всем при этом это женщина, обладающая большой силой, энергией, также знанием, может быть просветление или просвещение, может быть работать в этом направлении, может быть девушка, женщина, которая ведет какие-то курсы обучения тоже в этом направлении. Ну вот состояние не совсем у нее хорошее. Так, ладно, аркан солнца идет на нее, старшие арканы, лучший аркан для нее как бы. Что еще лучше? Так, дерево, ребенок. Боже, здесь какая-то наивная, чистая. Здесь чистейшая, наивная, открытая душа. Если вы, мальчик, по какому-то поводу эту девочку устроили ей башенку,
Ну, тут вопрос обмана. Вы могли сказать, что вот при выборе, что вы человек одинокий, а вы человек женатый. К примеру, могли себя представлять. Могла быть, вот тут девочка не в... Сколько бы лет не было девочке, здесь мудрость есть. И... Ну, пока она какими-то действиями, возможно, или вашими, потому что это пространство все-таки ее, или вот повергнута просто в шок. Разбирается, разбирается. Может быть, действительно отказалась, ну, как бы быть в тайной женщиной. А может и встряска вообще проходит, тут такая перемена, боже ты мой, императрица. Фу-фу. Ну, смотрите, эта женщина достойна силы, власти, власти любви, быть избранной женщиной. Вот как-то так. И дно колоды, еще девятка пентаклей, это однозначно. То ли вы, как мальчик, что-то сделали нехорошее, которое ее в шок повергло, действительно. Которое повергло ее в шок. То ли самая простая и банальная вещь, которая здесь шок, здесь гром просто среди ясного неба. Первая карта вообще такая. Если вы обманули эту женщину в том, что вы свободны, понимаете? Ну, может быть, по ситуации здесь карты, которые могут говорить вообще. Луна, подождите минутку. Но тут о беременности, в принципе, не вижу. Это карты характеристики на нее, но тут может быть после какого-то быстрого романа, случайная, не случайная, скорее всего, связь какая-то, ну, быстрая, ну, как бы продолжение рода. Смотрите, чтобы опять заякорение. Это женщина, которая любит постоянство, она не ветрена. А еще, ну, в принципе, она действительно постоянна, она закрыта, она, эта женщина для семьи, эта женщина очень, ну, тут есть у нее мудрость, глубокая мудрость, как бы, веков таких, можно сказать, но она при этом, ну, как это? Сейчас. Женщина, которая не распро... Она не плещет языком, она не треплется, она выдает информацию дозированно, вот если надо, когда ее спросят, вот где-то так. А еще по ситуации, если брать, то еще может быть, она получила какое-то известие из ряда вон выходящее, которое влияет, ну опять, или семейное, или на ее семью. Или связанные, ну, что-то с детьми, ну, как-то так. Но это немножечко ее, ну, как вам сказать? По-моему, стабильность-то она держит, хорошо-то держит, но как-то... Держит, обдумывает это. С очень большим, ну, как бы... интеллектуальным, скажем, подходом она вообще подходит к жизни. Тут какая-то сердечная, может быть, сердечный друг, привязанность, болеет. Тут все-таки есть болезнь, опять проходит, сложно ей. Опять какие-то известия вот такие идут или переживает вообще о этих известиях в любви, в паре, вот так. Любовь, пара.
Тайна, тайна. Возможно, хочет открыть. Может быть, не хватает ей уже интуитивного ее, чувствования не хватает. Ну, вот такая девочка. Давайте, ладно, посмотрим, что между вами. И посмотрим, солнышко, конечно, ваша девочка, солнышко. Так, посмотрим, что между вами, и, естественно, ее мысли, чувства к вам, и чтобы она все-таки вам сказала. Ой, чего это? О, король мечей открылся теперь тут. Ладно. Может, какие-то сообщения от бывшего, еще что-то такое. Не совсем. Итак, что между вами? Конкретно, боже ж ты мой, это как? Семья? Или у вас, смотрите, тут что-то явно, и там такое, чтобы не было все-таки, что девочка рассчитывала на семью, а вы ее просто-напросто подвели под монастырь. Как-то так, королева Пентаклей. С разбитым сердцем от любви мужчины, от его иллюзорного пространства. Два стула, как-то так. Или может быть еще некая переписка, к примеру, когда, может, вы и золотые горы обещали, что ли, или работа, вот, ну, может быть и так. Это как эмоциональная наполненность на высшем уровне просто. То есть, когда она себя ощущала с вами как в родной гавани, просто-напросто как в родной семье. Так, ладно, это было на уточнение. Смотрим еще, что между вами. Боже ж ты мой. Да семейные карты вообще идут. Семейные карты. Смотрите, если вы действительно как-то встречались или, ну, я не знаю, пообещали ей что-то, ну, тут по-другому как семья не скажешь. А тут одиночка. Девятка пентаклей. Боже ж ты мой, а вы случайно не, ну как бы. Мальчики, если вы голову дурили девочке, потому что между вами вообще? Коммуникация, взаимодействие, семья. Здесь выход из одиночества в семью, эмоция, как будто бы девочка, ну, тут ждет эта женщина, ну, то есть, даже не ждет, она была уверена, что это ее семья. Может быть, и сейчас уверена, может быть, но, или какой-то другой вопрос, но психоэмоциональное состояние у нее из ряда вон плохо. Это уже на грани нервоза. Там. Особенно для, если это не просто о любви, ваша любимая девушка, женщина, а если это ее характеристика, да, очень большие перепады по этому эмоциональному уровню. Это страхи, боязни потерять. Может, она так за вас просто переживает, дико переживает, что там происходит. Потому что у нее нету информации о вас. Также тоже может быть.
Вы пропали, с вас как бы не снимаю пока вообще, ну как бы ответственности никакой. Может, вы ей наговорили, наобещали, еще как-то так. Но здесь она с открытым сердцем, действительно с открытым сердцем. Спор какой-то был. Истину какую-то выясняли, возможно, разругались, что между вами. И закрытие, ограничения. Ограничения. Не проявляет свою любовь. Дорога любви закрыта. После какого-то, ну вот, после какой-то, это тоже может быть некая правда, потому что это в любом случае этот человек, который отстаивает правду. Король мечей. Или между вами была семья, вы поссорились и вышли куда-то. Куда вы вышли? Куда вы вышли? Шестерка жезлов. Пятерка. Слушайте, а что это за вопрос? Потому что тут опять у нас некая потеря идет. Некая потеря, кризисные арканы и тут противостояние. Как будто бы вы, мужчина, смотрите, мужчина все-таки. Ну, мужчина при удовольствии, потому что он при противостоянии добился того, чего он хотел. Ну вот так скажу. Но при этом вы выходите в этот самый с этой женщиной, ну как бы закрываетесь, скорее всего. Ну вот, в любом случае потеряно. Должно было быть развитие, а потерянный путь, опять потерянный путь, его нету. Время на исцеление нету. Девятка кубков. Слушайте, вы предоставили, смотрите, какие одни кубки. Вы предоставили этому человеку, этой женщине, открытое пространство любви, скорее всего. Я могу предполагать, что за вашими плечами, хотя и не показывают сейчас, ну, если маячит вторая семья или вторые какие-то серьезные отношения, которых вы в известность не поставили, а эта девочка открыла эти, ну, каким-то образом что-то вскрылось, вылезла из тайны, у нее шоковое состояние. Но тут тоже, как бы, знаете, вы почему-то в довольстве все-таки, что, потому что при шестерке, что все как бы в вашу пользу. Играет пространство в вашу пользу. В противостоянии вы выиграли. Ну или так думаете, что вы выиграли? Ну как-то так. Восьмерка мечей, ограничения, тут шестерка. Так, вы манипулятор? Вы искали какую-то очень большую и жирную выгоду. Вы хотели достичь
любой ценой то, что вы хотели достичь по справедливости. Вы считали, что это правильно, что так должно быть. Вы не жесткий манипулятор, хотя это карты все, которые говорят об этом. Королева Пентаклей, да что ж такое? Тут между вами, тут то ли действительно семья, то ли вы двоеженец, то ли между вами, что между вами? Это семейные карты. Десятка кубков – это эмоциональное двум людям лучше, ну как бы это просто лучше не бывает, и это проявленное, просто проявленное для того, чтобы создавать, ну как бы мир, садить дерево, строить дом, рожать ребенка, вот как-то так по пути. А тут вы идете почему-то переходите в мечевой аспект и уходите как-то резко уходите. Причем, по-моему, на половине пути, потому что здесь тоже тройка пентаклей. Тройка пентаклей – это когда уже начали строить фундамент или подписали документы, пошла какая-то коммуникация или подали, я не знаю, в ЗАГС на, ну, на женячку, как это называется, ну, король и королева пентаклей. Но вы все равно, вот ваше вот это на двух стульях. И достигали этого, ну, пятерки идут, сложные пятерки идут. Тут конкуренция, тут противостояние, тут сложные. Королева мечей. Что происходит в вашем жизненном пространстве вообще? У нее паника, страх, боязнь, переживалки. Как-то так, башня все рушится. Или такое состояние, или такие обстоятельства. Вообще, может быть, карта башни – это внешнее, может говорить еще не только о внутреннем состоянии разрушения эго, к примеру, но и внешние, просто внешние обстоятельства. Может, вы и так испарились, а теперь просматриваете, что с ней. Она себе места не находит, потому что думает, обзвонила все и ищет, что случилось с вами. Но здесь надрыв, здесь состояние, как человек болеет. Вы довели, смотрите, потому что все-таки карты, если вы вдруг жестко вот это проделываете, старшие арканы выпадают, по которым откат будет, когда вы сами не опомнитесь об этом. Ну, как бы два старших суда, два, то есть и высший, и справедливость, и старший суд, высшие не попустят. И если вы не верите, то проверите. А с другой стороны, если вы, то есть чисты, просто какие-то внешние обстоятельства, она очень сильно переживает, на это обратите внимание. И в принципе, тут как бы выводят на справедливость, что должно быть, тут опять идет как будто бы какие-то... Рутинная работа, очень опасная рутинная работа, может быть. Или вы ведете себя опасно, когда вы женщину, ну, как бы, загоняете в такие вот силки, где у нее может уже со здоровьем, ну, как бы, пойти. Или у вас настолько опасная работа, к примеру. Что в вашей жизни? Да нет, не столь у вас опасная работа. Тут или откат уже тоже как бы есть по справедливости, или просто-напросто, грубо говоря, вы выясняете все-таки развод, потеря имущества, потеря сил, здоровья и тому подобное. И иерофант опять идет. Тут может быть, когда вы играли в двойную игру со своей любовью и с женщиной, которая вам нравилась.
или нравится, или вы ее любите. Ну, как-то так. Ладно, тогда мы немножечко по-другому сделаем. Так быстро, что у меня там... Ну, я не рассчитывала, конечно, мальчики, так... Ну, ладно, поехали. Девочки, если вы тут, пожалуйста, дайте знак в комментах, что вы тут, девчонки. Так, не оставляйте это видео без присмотра, так сказать. Хотела я просто посмотреть, девочка, то есть, чтобы... Что она думает, чувствует. Ну, давайте мы пойдем, чтобы более разобраться в этой ситуации, обычным моим раскладом на данный момент в отношении друг дружки. Чуть-чуть углубимся. И если вдруг что, то рассмотрим отдельно, конечно, эти состояния. И тут были какие-то документы ее, если так брать, печалищие. Ну, что-то такое. Ладно, поехали. Женщина, ее эмоциональное состояние на данный момент. Мужчина, эмоциональное состояние на данный момент. Итак, мысли по поводу друг дружки. Мысли, чувства, подсознание. Мысли, чувства, подсознание. Так. Основа ваших отношений и как они развиваются, как будут развиваться. И преграды возьмем, что это такое. Ладно, сюда. Итак, девочка, эта карта может говорить о том, что решение ей сложно принять, хотя у нее есть у нее есть выходы или решение, ну, она бы приняла. Но здесь, опять же, можно говорить о том, что нету информации по этой карте, тоже не знамо. Она находится в какой-то точке, от которой она не может оттолкнуться для принятия решения. А возможно, вообще в блоке, просто тупо в блоке. Как-то так. Теперь дальше. Опять подтверждается вопрос плачевной ситуации, душа болит и думает о том, что ее мысли о потере, возможно, о прощении, возможно, о возвращении, ну тут что-то такое, ну сложно ей все равно даже по этой карте. Вот оно все равно фонит даже от закрытых карт, потому что на чувствах, смотрите, кто бы не ушел, кто бы не удалился, где бы не было этой информации, или вообще тут вопросы, скорее всего, повторного момента. Тут она не может разобраться в этом повторном моменте. Обида, не обида, больно, не больно. Надо возвращаться или вообще уже ставить точку и уходить. Сложности здесь. Она слышит эту основательность, потому что это подсознание. Здесь как будто бы есть вот этот якорь. А якорь, скорее всего, ваша какая-то общая энергия. И она, ну, как бы слышит. Тут что-то... Ну-ка, подождите. Мысли. Думает она о новом, действительно. Все-таки это родство душ. Есть на уровне сердца у нее родство душ. Две половинки или контракты еще. Они здесь проходят. Боже ж ты мой, вот оно, солнышко. Ей как бы ясно все изнутри. Слушайте, подсознание и тут физический уровень, она действительно, вот если ваша женщина обладает эмпатичностью, ну или как-то так, она очень-очень все, прям все дотошно слышит, скорее всего, или ощущает на своем теле. Ну как-то так, физический такой уровень из подсознания, ну... Да, понятно, что это как бы отсыл к знанию, но все-таки это есть. Солнышко подтверждает. Ладно, смотрим. Теперь, а вы в четверке кубков? Да вы тоже как бы...
Ни там, ни сям. Четверка кубков. Если сидите, наполняетесь, смотрите, в принципе, по эмоциям вы должны, ну, у вас наполнение. У вас нету, то есть вопрос не стоит в том, ну, как бы у мужчины, вот, не стоит вопрос в том, что по эмоции чего-то не хватает, даже слишком, с лихвой. Вы можете даже отказываться от, ну, как бы следующих каких-то шансов. Но здесь эмоция, ну, или от этой эмоции уже, знаете что, дайте я посмотрю дальше, потому что от этой эмоции вас тоже может как бы немножечко уже, это не нормальное состояние для мужской энергии. Вы тут перебрали, что ли? Так. Давайте, говорите, вы тут с этим не дружите, с зеленым змеем случаем? Ну, или мы застали вас врасплох, так сказать, когда вы могли немножко пригубить. Немножко, не знаю. А ну, уточните нам, с чем это состояние связано. Мужской энергией. Закрытием мужского начала, пятерка кубка, вот она, это же самая карта, белая карта. Ну, пока я бы, и луна, четверка, можете, слушайте, вы себе разрешаете, не знаю, время от времени, вот она опять повторяется, эта карта, скорее всего, расслабить свои эмоциональные поля, вы убегаете, так сказать, в измененное состояние сознания по вопросу пригубить. Потому что у вас закрытые, просто закрытые возможности по жезловой энергии. А вы тут такой, все-таки вас показывают, видите, король жезлов. Вы у себя один на сердце, да, конечно, вы у себя один. Ай, ну и что? Что будет дальше? Слушайте, то ли вы сделали выбор отсечь, а не предупредили, то ли вообще это все как бы король кубков на дне, дно колоды. Ну, слушайте, вы ну если во-первых, если вы все-таки при браке, ну, каком-то, не касающемся этой женщины, вы себя считаете вообще вольной птицей. Как хочу, туда и лечу. Как-то так. Как хочу, так и распоряжаюсь всем, что мне дала природа. Вот как-то так. Хочу, накажу, хочу, отсоединю, хочу, отрежу. Какое решение приму? Но вы знаете, мне почему-то кажется, что вас эта, ну, как бы ситуация в отношении этой женщины не радует. Вот эта ваша свобода вашего действия, вашего полета. А если мне кажется, значит, мне не кажется. Вот как-то так. Сейчас будем все-таки откроем. Потому что вы так засели, если девочка вас закрыла, в принципе, или так, ее-то штормит, ее-то бросает, но она могла тоже принять некое решение, и вы его обдумываете, то есть это, ну, как бы мысли, а в какую сторону, какое решение вам принимать по ее решению. Я надеюсь, что вы-то с аналитическими мозгами, вы-то, ну, или с, хотя бы с этим. Вот, я уже вам комплимент сказала. С аналитическими мозгами. Вот. А не просто с логическим мышлением. Ладно, сейчас королева жезлов, да, ух.
Это в отношении этой барышни у вас. Вы чувствуете парой лучше, чем с этой женщиной? Лучше, чем с этой женщиной, вам не было или не будет вообще ни с кем. Ваше подсознание об этом орет. Эта женщина заполонила все ваше пространство. Тут, скорее всего, какие-то обстоятельства вашей внешней жизни, ну или вашей занятости. Вот как-то так. То, что я сказала в начале. О чем вы тут? Да, король кубков, вы тут решили прекратить свое чувство. Слушайте, а может быть, знаете чего еще? Любовная связь, она королева кубков, вы король кубков, тут по жезлам. Соединение по энергиям очень сильно подходит. Но тут может быть, когда вы воете сами, вот тут в этой тоске, потому что излить то, как вы хотите, вы не имеете возможности. А другие, вы не принимаете другие шансы, ну, потому что неинтересно. Но при этом это ваше решение почему-то, ну вот, как бы отстранить свою любовь или от любви, как-то так. Разбитое сердце. Почему здесь тройки? Ну, тройки проходят. Вы любите эту женщину. Если не знаете, то скоро узнаете. Так сказать, вам ваша душа просто откроется и покажет. Вы не выдержите такого накала. Если с вашей стороны было предательство, ну как-то так. Это уже на душе. На душе просто-напросто разрывается. Я не могу сказать, что тройка со стороны, ну, как бы женщины, потому что там чистоту показали и вообще на вас как бы семью. С другой стороны, опять же, я не могу здесь сказать, что вы увлеклись кем-то другим, потому что из подсознания все-таки в отношении этой женщины идет ситуация. Но может там был какой-то опрометчивые ходы, могут быть. Но то, что у вас разбито сердце, я не знаю. Я не знаю. Но это точно и по любви за это, ну, к этой женщине. Вы парой. Тут как бы и она в таких кубках, и вы в таких кубках. То ли у вас, смотрите, если вы проделывали такой финт насчет вы были заняты и просто женщине не рассказали, ну вы тут, я не знаю, вы прям решаете тут какой-то вопрос, потому что здесь что одному плохо, что второму плохо, а женщина просто в тройках быть не будет, ну вообще не будет по этой энергии, она бы вас приняла, но в чистом виде. Судя по этим картам, она обдумывает это, она обдумывает вашу дорогу, у нее информации, скорее всего, нет. Она может быть и держать на блоке, или она вообще на блоке, тут какая-то ситуация тоже, потому что на нее падает эта карта, и туда, и так может быть. И так может быть. Так, стоп, подождите. То я так увлеклась разбирательством. Ой, и не заметила, что оказались без света, могла вся съемка улететь. А, вот как-то так. Ладно. Третья карта — это семья. Или обновление, это семейная карта, семейный очаг, благословляемый свыше. Ну почему пятерка мечей? Ну опять как будут развиваться? Ну откуда эта пятерка мечей? Ну и она, ну как бы, когда мы разбирали, вы в этой пятерке, понимаете, вы вот тут, эта змея подколодная, не женщина, а именно вы. Любовь. Преграда. Почему любовь в преградах? Почему любовь в преградах? Сейчас, подождите.
все-таки у нас главный вопрос, чтобы она вам сказала. Потому что двойственность, все-таки двойственность здесь проходит и зависшая ситуация. Тут семейность, тут что-то с семейностью. Самое-самое-самое явственное просто. Это когда на физике у мальчика, скорее всего у мальчика. Ну или две семьи. Но скорее всего у мальчика. Вот как-то так. Любовный союз, который завис, который непонятно, или вскрылся вот так. Еще вскрылась тут правда, в спину ножей. Луна, боже ж ты мой, а это вообще и беременность еще, слушайте. Опять может подтверждаться, если вы вдруг, а женщина забеременела, мамочки родные, семья. Или, может быть, ваша. Ну, вот тут выходит опять, что, почему? Пятерка мечей, почему в спину? Что происходит? Почему такая ситуация? Может, что-то вскрылось. Вот опять. Материнство, луна, обманы. И беременность, вот как бы в семье, семья, род, создание. Может быть, еще хочу одну версию перепроверить. И опять шестерка, брачные контракты могут быть. Ну или контракты душ, опять шестерка пентаклей. Так, подождите, хотела перепроверить. А вы не укатывали эту женщину просто дабы укатать ее в... К любовной связи, вот так, по пятерочке. Восьмерка, может быть. Долго ждали. Девятка, она вам очень нравилась. И такая версия тоже может проходить. Ваши какие-то не совсем потребные действия. Такой холодный расчет, прям с холодным расчетом загоняли ее в ограничения, из которых она должна была выбираться. И тут пошла одна материальная масть. Если вы богатенький Буратино, папик с длинным носом, если вы думали, что вы вкладывались в девочку, ну или в женщину, вот тут, ну как-то помогали ей или держали, и будете держать этим, ну как бы на ограничениях ее, ну тогда где любовь? Вот это, о которой говорят. Тут могла быть эта ситуация. Может быть, это было в начале, так как мужчина рассчитывал на определенный ход событий. Вот я, вот тебе дом, вот порог, вот мои вложения, я зарабатываю, вот я строю, вот я тебя содержу, как бы мы вот тут, что это, распишемся позже или что, как это, жизнь до смерти, что ли? Это мне не нравится, это сочетание. Вот это сочетание мне не нравится. Если на вас, то тут буду серчать я. Если вы уж попали мне под руку, так сказать. Выход. Так, подождите. Ну, я думаю, если вы слабонервный, то быстренько выключите и уйдете. Девочки останутся дослушивать. Иллюзорное пространство. А если мужчина, попавший с хорошими мозгами и с, уже через боль с открытым сердцем, вы начнете... чего-то осознавать. При работе энергии... У вас будет открываться другой уровень. Если вас будет тянуть в сон, ложитесь, потом прослушайте от начала до конца еще раз.
Тут переход какой-то и уровень, выход на более такие показывают. Надо это как уроком пройти, проработать. Да, надо, чтобы что-то все-таки избавиться, отпустить. Слушайте, ну я вас поздравляю в кавычках, потому что, скорее всего, у вас тоже болезни идут, болезненное состояние по физике. У девочки психоэмоционалка, а у вас, скорее всего, или проверяйте лучше сердце, пойдите сделайте хотя бы кардиограмму. Или уже что-то пошаливает, и вы это чувствуете. В самом, как бы, банальном случае, скорее вы теряете силы, физические силы. Как-то так. Король мечей. Вы теряете силы. Пожалуйста. Если у женщины, я говорила, эмпатия, она еще и это слышит. И тогда вообще не понимает, что происходит в этих непонятках. С пентаклей. Скорее всего, да. Объединение энергией. Или расстояние. Вот тут есть это. Будет проходить. Конечно, не для всех, но будет проходить. Тут надо выяснять эти. Надо выяснять. Я не знаю, что вы будете при этом объяснять. Королева. Четверка. Разрешение. Ну и жрица. Тут надо открывать эту тайну, просто открывать эти знания для женщины. Ну, как-то так. Потому что это все ни к чему хорошему, судя по всему, не как это, приведет, не приводит. Не приводит, было первое слово. Ну, не приведет, оставим. Ладно, раз не приведет, так не приведет. Давайте, это лучше звучит. Давайте мы посмотрим с вами, чтобы она вам сказала. У нас такой вопрос стоял, чтобы она вам сказала. Ну, мы почти часик. Ее отношение к вам на данный момент. Потом, Александра. Ой. Ее отношение к вам все-таки на данный момент не просто эмоциональные там мысли, а именно отношения. Что у нее в душе? Ее отношения. Разбили вы ей сердце. Тут обои с раненной душой. Разбили вы ей сердце. Ее отношения. Слезы, страдания, да, взаимодействие. И вы знаете, скорее всего, она осознает эту связь, она осознает, почему так на физическом уровне. Но она понимает, что это обман и предательство. И что? Обман и предательство короля Пентаклей. Тут, понимаете, скорее всего, она в блоке, она закрыла, потому что она понимает, что вот это болезненное состояние, скорее всего, ну, так как она, как я понимаю, видит на данный момент, что это все будет продолжаться. Вот это взаимодействие, эти обманы, как бы их не остановить, к примеру. Ну, потому что это ваше такое желание. Ну да, и она это блокирует, скорее всего, или поставила. Ну, смотрите, ух ты, интересно. Интересно. Сейчас. Она такие правильно я поняла. Жрица просто подтверждает. Ну, как бы своими мозгами
Она окидывает эту ситуацию. Она, смотрите, девочка-то, скорее всего, не столь, ну, кубков, сколько это показали ее чувства, наверное, или ваши чувства к ней, когда вы смотрите, ну, может быть, ее. Она к вам очень хорошо, ну, скажем, расположена сейчас, была. Потому что мозгами она стала в холодный аспект. Но она понимает, что этот человек должен открыть свой сердечный уровень. Потому что это вопрос, ну, все равно некого ожидания и трансформации. Но для жезла, смотрите, жезловый король, то есть ваша страсть в холодных, вот с ее стороны, она ее закрывает. А с этой вот ее понимание или видение, если откроется душа, к примеру, может быть, она и подумает, потому что здесь есть ощущение родного и близкого человека, но для нее это очень тяжелая ситуация, да потому что она вас любит. Не, это карты родственных душ, опять идут такие кубки, у нее это есть, но вы ее убили. Почти. Почти. Девочка может любить красное платье. Как-то так. Или поменяла, если там нам показывали блондинку, она могла поменять цвет волос кардинально. Ну или просто кардинально. Была брюнеткой, стала блондинкой. Ох. Вот так. Ну или еще как-то. Как-то так. Ну вот что-то кардинальненькое, это она и сделала. Тут какое-то закрытие все равно. Закрывается она. Тут как бы и сама закрывается от этой любви. Хорошо. Тогда мы все-таки спросим у души, что бы она вам сказала на данный момент и вообще, что бы она вам сказала. Влюбленные. Я просто подумывала, тут еще настраиваюсь на это. О, и вот эта карта. Все равно. Вы знаете, тут мечи, мечи, мечи. Волосы длинные, как жизнь. А здесь как бы некое преобразование, то, что я сказала. Ограничения на волосы попадает. Смотрите, если вам нравились ее волосы, она могла не, ну вот с волосами, как я сказала, манипуляции проделать с волосами, могла вообще остричь или еще как-то так. Ну что такое здесь проходит? Но у нее есть чувство к вам, есть любовь. Она, скорее всего, душой выбрала. Так, ладно. Сложно ей. Мелькнула опять десятка пентаклей, дом и опять восьмерка. Ну, как-то так. Ограничение, закрытое пространство, мысли не дают покоя, не вижу, куда иду или надо куда-то идти. Вот такое все там у нее. Ладно, что бы она вам сказала на данный момент? Что бы она вам сказала на данный момент? Вот не зря пошел этот трактование в сторону нее. Видите, когда этот туз мечей лежал на ваши мысли, что вы обдумываете ее решение. Почему она так строга? Почему так, ну, как бы остро это все? Почему вы недопонимаете, скорее всего, ее не эмоционального уровня, а последствий, да, ее действий, но
Почему она так поступает? Для вас это как бы более обыденное, потому что вот что бы вы там ни сделали, это вы делали. И вы как бы, может, да, вы думаете, вы об этом, ну как бы мыслите постоянно, чтобы понять. Вот вы думаете, вы мыслите, чтобы понять ее мысли. Но эта карта, во-первых, ясности. Четко. Она могла рубануть просто жестко и конкретно. Вот как-то так. Может, даже не объясняя ничего. Вот закрыла полностью. Вот сегодня еще вроде или расстались, все было хорошо. Там она что-то узнала, пришли какие-то документы, и она резко дверку закрыла. Притом страдая сама. Что бы она вам сказала? Это ясность и осознание. Будет правда, будет справедливость или будет развод? Тогда подумаем. Шестерка жезлов. Она не сойдет, с этой ступеньки ни шагу, вообще ни шагу не сделает назад. Она не откроет двери. Если вы женаты, она двери не откроет. Вот так бы она сказала. А упертая просто. Как бы она или вы вот тут не страдали, желали или ждали этого шанса. Вот разведешься, тогда приходи. Ну, как-то так. Я говорила там о силе и говорила о, как бы показывает, что о чистоте. Скорее всего, она просто не приемлет. Ну, реально не приемлет вмешательство других лиц в ее личную жизнь. Третьих лиц. Туз кубков, туз мечей, туз кубков. Она решила, она сделала свой, ну, как бы приняла это решение, она любовь. Она вас любит. Вы идете, вы, скорее всего, вот там то, что я сказала, вы не выдержите без этой женщины. Да, эти карты уже подтверждают. Вот он дом. И вот возвращение. Будет тебе открытая дверь, только когда ты, ну, как бы, придешь с чистыми намерениями. Вот, а не в какое-то иллюзорное пространство. Она не приемлет любых выборов. Она все-таки императрица. То, что показали королева королевой, она императрица. Она не приемлет. Ну, вот такая девочка. Да, ей больно, очень больно от этого всего. Но она волю в кулак и все. Ну, судя по этим картам, да. Вечерица открылась так. Ну, то ли вы предлагали быть, ну уж, любовницей в семейном, как бы, гнездышке, как-то так. Ну, что-то для нее это, от чего она отказалась. Ну, тут уже, судя по всему, идут, да, обновления. Вот, чтобы обновить это, надо все вскрыть, эту тайну, как бы, выйти из этого всего. Новую дорогу открыть, новый путь открыть. А здесь еще, во-первых, если так брать, то это новый путь к счастью, чтобы его обрести. А с другой стороны, вот смотрите, какие кубки, и это выбор. И это опять подтверждается, что она просто отсекает любую возможность, ну, как бы, компании, быть в компании. Ну, вот такая. Если вы не понимали, почему... Вот такая женщина. Но я вам скажу, вы, скорее всего, вот для мужчины, для вас вот это более, скорее всего, состояние привычное. То есть множество выбора, тем более вы у себя на сердце, король жезлов, вы считали, что так должно быть. Ну, может быть, я мужчина. А что, может, вы даже не придавали какого-то внимания, просто внимания тому, с кем вы, где вы, как вы, почему вы. Было, да и не помните, не то что имени, даже вида.
как-то так, на утро. Может, именно с такого состояния выводит вас энергия именно этой женщины через боль и через страдания. Она вам будет недоступна. Так же, в принципе, как и вы ей. И я думаю, тут все-таки высшая, она самая ценная женщина. Просто такие женщины вот в этой кучке не валяются. Сразу вам говорю. Если вопрос был, что... Маг. Может быть. Маг и рыцарь жезлов как-то. Как-то вы считали, что вам, ну, как бы, что вы можете так себя проявлять. Чтобы она вам еще сказала. Так, подождите, эта колода все. По-моему, она говорит одно и то же. По-моему, эта колода говорит одно и то же. Давайте мы чуть-чуть расслабим. Да, уже. Не знаю, кто из мальчиков досмотрит. Тут девочки не все смотрят такие длинные. Ой, да императрица, боже ж ты мой. По-моему, нет. Ха. Десятка мечей. Эта колода говорит, вторит просто один в один. Туз пентаклей. Туз на жизнь с императрицей. Она императрица. Она больше, ну, как бы, вранья или еще чего-то просто не приемлет. На крах и потери заходит на десятку мечей. Десятку мечей нам и эта колода показывала. Я вам об этом рассказывала. То есть, если возле вас другая женщина, она просто не... Если это даже не брать о духовности, а просто физически жена, к примеру, это опять же нет. Эта женщина просто убивает шанс. Ну, то есть, как, сознательно она не будет состоять в таких ситуациях. Чтобы она вам сказала, чтобы она еще вам сказала. Туз жезлов. Шестерка жезлов опять проходит. Вам надо пройти через отшельника. Вот смотрите, шестерка жезлов, победа в этой горящей энергии. Возможно, когда вы среди этого коллектива, общества будете вместе. Вы тут связаны, видите как? Тут руки связаны у людей. Ну, как бы, когда они как бы... Ну, они заодно, они вместе идут к этой победе. Иначе в отшельнике... Она сознательно через боль выбрала отшельничество. Но двери открыты. Двери открыты именно при пятерке. Пятерка, шестерка. Да, двери открыты, когда вы выходите вот в такое осознанное одиночество. Вы понимаете, и тут при силе женская карта. Сила, она только так видит. Так, быстренько еще какую-то колоду, что у меня под руками. Что бы она еще вам сказала? Опять десятка мечей, боже ж ты мой. Ну, при таком обилии мечей... В принципе, сознание, как бы душа открывает, чтобы она вам сказала, вот ее состояние. Но скорее вот этот ум, от чего она закрылась, от чего она... Да там, в принципе, там и на вас, и на нее. Тут вы могли или играться оба в какие-то блоки, ну или, говорю, там... Такая ситуация. Опять десятка мечей. Она от боли, скорее всего, закрылась. Восьмерка дисков.
Восьмерка жезлов. Все равно есть восьмерка жезлов. Десятка мечей. Что это, колода? Да не. Тройка кубков. Десятка мечей по тройке кубков. Все. Никаких троек. Никаких выборов. Никакого разгильдяйства. И, ну, как-то так. Это смерти подобное просто для нее. Но я бы тут еще рассказывала, разве что для девочек, если у нас раскрыли, что это... Ну, потому что мальчики, я не уверена, что кто-то слушает вообще до сих пор. Кто-то стойкий, может быть, и вытерпел. Девчонки, потому что здесь, если действительно у девочки, да и не обязательно эмпатия, женщины, мы такие женщины, когда мужчины просто не понимают, когда у него следующая пассия, назовем это так, или предыдущая, что женщина нюхом чует, она чувствует это в своих полях. Только выбор женщины – это показывать сразу или не показывать. Ну, то есть выбор женщины, как ей поступать. Она это принимает, не принимает и все так и далее. Она может думать о том, что, опять же, уровень развития женщины, заблуждается она или не заблуждается, что происходит, начинаются какие-то процессы в душе и тому подобное, и зачем, самоистязание или бичевание и тому подобное. Но женщина слышит. Вот если бы мужчины понимали этот вопрос, то женщина своим интуитивным уровнем считывает чужого в поле, что она в постели со своим мужем или любимым уже не одна, может быть, мужчины бы не делали таких опрометчивых поступков. Может быть. Ну, природа так распорядилась, в принципе. Хотелось бы так сказать, знаете, если бы мальчики вот так чувствовали, что бы они сказали? Ну, природа как распорядилась. Что здесь все-таки? Вопрос проработки, опять он как бы подтверждается, и открытой возможности, в принципе. Но и тут при этой сильной огненной энергии женщина в таком состоянии, вот ей, смотрите, вокруг все бушует, а ей надо... как его, не уединение, укрыться. Вот эта женщина в состоянии каком-то, когда ей, тут какое-то восстановление, причем в энергиях. Ее подкосило, серьезно подкосило. Да, я уже не буду в эзотерику углубляться, почему, да что, да и как. Если смешиваются энергии, которые чужие, они же перетягивают туда-сюда, обратно разные программы из одного поля чужого или чужой семьи в другое. Ай, ладно, это невоспитательный расклад. Рыцарь жезлов. Ну, рыцарь жезлов. Есть двери у этого мужчины открыты только с одним условием. И эта бы женщина, ну, как бы, у нее есть чувства к нему. У этого мужчины тоже открываются определенные чувства. Ну, то есть, понимание этих чувств. Душа болит. Душа болит. И, может быть... Может быть. Может, ему сложно сделать, если там какие-то деньги замешаны, к примеру, у него в его жизни, собственность, дела, и это все выходит на первый уровень для его сознания, то есть для вашего сознания, извините, что для мальчиков делаю, забыла. Это все давлеет, просто давлеет, и он просто, ну, тупо сидит. И ждет у моря погоды, у своих четырех кубков. Ну и наливает где-то, может быть, хотя бы с друзьями. Думаю, чтобы не было в одиночку.
Как-то так. Колесо фортуны все-таки предсказывает какой-то поворот вот этот. И паж жезлов. Общение у вас будет, паж жезлов и рыцарь жезлов. Скорее всего, у вас будет общение. Иерофант, возможно, вы выйдете на какое-то понимание или женщина смилостивится на... Ну, тут ключик у женщины все равно есть в этом понимании. Ну, как бы... Так, стоп, правильно вам передать. Общение, я сказала, а не секс и тому подобное. То есть вы можете встретиться, вы можете даже сами эту встречу инициировать. Женщина с пониманием может к этому отнестись, вы можете поразговаривать, но это антисекс, это с высшей позиции духовности, вот так, чтобы в этом что-то понять. Что скажет ей мужчина? И если вы ей не скажете, то по вопросу, к которому у вас вот здесь разногласие, она любя, опять уйдет. Вот такая женщина. И для вас опять там эти диски, десятка дисков. Не знаю, что еще сказать. Высший суд. Перерождение есть, принятие решения, как бы есть высшие, как поддерживают это принятие решения на перерождение, но это решение как бы надо и принять. Вот какая-то такая ситуация здесь. Да, как-то вот это у нас такой раскладик вышел. Если честно, я думала, будет чего-то пообыденней, а тут так, ух. Ух, ну, значит, какие-то мальчики все-таки у нас хотя бы есть на канале те, кто очень серьезные. Ну, в жизни всякое бывает, но вот так. Мальчикам что-то да и рассказала колода. Шестерка жезлов опять. Ну все. Тут хороший, как бы хороший поворотный момент. Ну, как бы ликование победителя называется карта. По вашей ситуации. Вы должны, как пара, быть при победе, в принципе. Но, опять же, не отменяет действий и принятых решений. Все. Счастья вам, любви, всего наилучшего и пока-пока!